Как открыть собственный бизнес? Где получить ресурсы на развитие действующего бизнеса? Мы помогаем тем, кто делает первые шаги в малом и среднем бизнесе. Основные формы поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая. Микрозайм до 5 миллионов рублей. Поддержку оказывает Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике. Залоговое обеспечение. Предоставление поручительства по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и банковской гарантии. Поддержку оказывает Гарантийный фонд Чувашской Республики. Продвижение на экспорт. Центр экспортной поддержки Чувашской Республики поможет выйти на иностранные рынки. Региональный центр инжиниринга Чувашской Республики. Поддержка производственных предприятий республики. Центр прототипирования в Чувашской Республике. Центр сертификации, стандартизации и испытаний. Соответствие продукции регламентам и стандартам. Бесплатное обучение, консультации, тренинги, семинары, форумы. Поддержку оказывает Республиканский бизнес-инкубатор. Освоить правила ведения успешного бизнеса помогут ведущие бизнес-тренеры Чувашии и России. Начни свое дело. Сделай свою жизнь лучше.